Совершение намазов не вовремя. Я говорю, если он специально совершает намаз не вовремя, Аллах не примет этот намаз от него. Даже если он совершит его 1000 раз. И те, которые спят, зная, что они не проснутся, кроме как после восхода солнца, вот они те, кто специально опаздывает с молитвой, не совершая его вовремя. От них не будет принято, безусловно. Доводом являются слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тот, кто сделал дело, на которого не было нашего приказа, оно будет отвергнуто, то есть возвращено к нему. Те, кто намеренно совершает молитву не вовремя, он сделал то, на что нет приказа его пророка.